Yeah, it was, of course, in a new stadium. Разочарованы этим результатом, конечно, тем более учитывая то, что мы сегодня играли на новом стадионе при поддержке наших болельщиков. Но я думаю, все знают, что когда команда выступает в Европе, то зачастую после вот международных игр многие команды теряют очки. До этого этого с нами не происходило. Но вот это, если я не ошибаюсь, первый или второй раз, когда мы потеряли очки после игры в Европе. Это, конечно, не оправдание, но это своего рода такой закон в футболе, когда выступаете на многих фронтах. Что касается непосредственной игры, мы недостаточно сконцентрированно начали, у нас не хватало концентрации в передачах, и у нас не хватало достаточно мощи впереди. Потом соперник провел контратаку, из которой получился первый гол. Мы постарались вложить всю нашу энергию, да, чтобы отыграться. У нас было достаточно много шансов, я думаю, мы все-таки могли забить второй гол из одного из тех там 3-4 шансов, которые у нас были. Ну, должен отметить, что, наверное, удача сегодня тоже была не на нашей стороне. Ну, еще раз отмечу, что первый тайм все-таки мы не до конца сконцентрированно начали. Опять же, повторюсь, очень жаль, потому что мы играли при заполненном стадионе, при наполненном новом стадионе, но я надеюсь, что теперь в оставшейся части чемпионата мы постараемся всем болельщикам, которые будут приходить на стадион, доставить положительные эмоции и добиваться хороших результатов. At home you have to play with attackers, and although he did not play many times. Да, вы правы, Федя не так много полных игр провел, но мы играли дома, мы должны были играть в атакующий футбол с большим количеством атакующих футболистов, и у него появилась возможность проявить себя в тот момент, когда не все наши атакующие игроки были доступны для того, чтобы играть в этой игре. Ему не повезло, у него было две или три прекрасных возможности, чтобы отличиться. К сожалению, он их не использовал, но должен сказать, что достаточно тяжело, да, тоже заменить тех футболистов атакующих, которых мы сегодня не досчитались. There were two reasons to substitute Juicy. Жюси был готов к этой игре, но не готов на 100%. И есть две причины, по которым я его заменил. Одна из них медицинская. Все-таки, если бы он провел весь матч, была опасность на повреждение задней поверхности бедра, поэтому мы заменили его. Но также была и вторая, может быть, основная причина. Когда вы играете дома, естественно, вы хотите победить, и мы этого очень хотели, поэтому у них было на одного человека меньше, и мы хотели выпустить еще одного атакующего игрока. В принципе, любой из игроков середины, я мог снять любого игрока из середины поля, но руководствуясь не только этой тактической, но еще и медицинской вот этой причиной, выбыл попал на Жуса, и я заменил именно Жуселя. We don't have the players who must go and shoot from. That was your second question. Должен отметить, что мне кажется, у нас нет футболистов, которые способны постоянно забивать с 30-40 метров. Я считаю правильно в такой ситуации стараться разыграть мяч и довести его до логического завершения. У нас было 4-5 ударов, да, скажем так, со средней дистанции, но все они были не очень опасны для вратаря, потому что ему не нужно было даже прыгать, чтобы их отбить. Поэтому все это были не очень сложные сейвы. Но еще раз повторюсь, не думаю, что у нас есть люди, которые постоянно могут забивать из 30-40 метров. Несколько раз в игре сегодня мы попробовали ударить издалека. Андрей пробовал пробить, но оба раза мяч прошел выше. Одну из причин я уже назвал, повторю еще раз. Есть такой закон, который мне не очень нравится. Однако зачастую он это все неизбежно. После того, как вы проводите матч в Европе, иногда наступает некий недостаток концентрации. Естественно, мы об этом говорили, мы обсуждали это с ребятами, но зачастую это неизбежно. И в таком случае иногда нет вот той точности передачи за счет недостатка концентрации. Если вы хотите три причины, вторая, то когда вы играете на одного человека больше, иногда нужно иметь терпение. Я не говорю о том, что нужно играть медленно, но иногда нужно иметь терпение и правильно доводить мяч по флангам, что нам сегодня последние 15 минут не до конца удалось. И третья причина – это момент с пропущенным голом, когда нас перебежали на правом фланге, на нашем левом фланге, на их правом, и когда за счет более высокой скорости они смогли в контратаке забить гол. Отсутствие Диара и Виллиана – это не основная причина нашей сегодняшней ничьи. Диара
не было из-за травмы, Вилина тоже травма. Возможно, хотя еще нет в этом уверенности, Диара восстановится к матчу с Краснодаром. С Вилином ситуация сложнее, я не думаю, что он успеет восстановиться к этому времени, хотя все возможно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы оба они выступали сегодня здесь, потому что на таком, в таких прекрасных условиях, на таком прекрасном стадионе, конечно, хочется, чтобы такие хорошие футболисты показали на то, что они, на то, на что они способны.